Новые подробности в деле курсанта из Актобе, который скончался при загадочных обстоятельствах 3 месяца назад. Выяснилось, что студент военного института сил воздушной обороны Адиль Ахылбек был избит до смерти. Якобы такое заключение судмедэкспертизы сегодня выдано родным погибшего. Его убили. У нас на руках подтверждение о том, что он не совершал суицид. Куда смотрит руководство вуза? Это ведь не животное гибнет, а человек. Всего 19 лет ему было. Напомню, внезапная смерть уроженца Талдыкургана Адиля Ахылбека наступила 3 месяца назад во время его учебы в военном вузе. Поначалу руководство учебного заведения утверждало, что парень отравился едой. Позже они заявили, что курсант упал по неосторожности. По этому факту в военной полиции Актюбинского гарнизона ведется следствие.